Вместо школы в Кванториум. В Чебоксарах начался новый образовательный проект. Теперь для учеников столичных учебных заведений практические и лабораторные уроки по химии, физике и технологиям учителя проводят в технопарке. Десятиклассник Александр Митрофанов таким изменениям в учебном плане очень рад. В данный момент мы, как вы можете увидеть, проводим эксперимент. Мы варим определенный раствор с особым пигментом розового цвета и изучаем его свойства в зависимости от магнитных волн. В кванториуме просто колоссальный диапазон, просто огромные возможности в проведении лабораторных работ, различных экспериментов. Учителя здесь, профессора. Пока старшеклассники ставят опыты в наноквантуме, ученики помладше изучают технологию в проектах в робоквантуме. У нас ведет занятие Лев Андреевич, это наш учитель информатики одновременно в школе. И получается, с ним мы проучились один год в кванториуме, в IT-квантуме. Изучали мы языки программирования, такие как Python. C++ чуть-чуть трогали, но совсем чуть-чуть. Потом этот же год одновременно мы ходили в кванториум как с школой. То есть у нас были интегрированные занятия, и уроки у нас стояли прямо в кванториуме. У нас здесь была химия, биология, потом IT-квантум и робоквантум. Мне очень нравятся здесь роботы. Также здесь есть комплекты разные, эвольвектор, например. Там мы изучаем основы физики, то есть основы электричества физики. Во время занятий используется не только оборудование технопарка, но и весь расходный материал. Преподавать дисциплину в таком формате нравится и учителям. Здесь сразу практическая часть, которая практически не задействована в рамках обычной школы. То есть столько, скажем, лабораторных и практических работ с оборудованием мы не всегда можем провести на базе школы. А здесь, в частности, если взять робоквантум, мы здесь основы электроники проходим на уроках физики, микросхемы собираем, дальше работаем с лего-конструированием. Кстати, кроме традиционных школьных предметов, в кванториуме ребята дополнительно изучают и профессии будущего. Осваивают инженерное проектирование моделей космических летательных аппаратов, материаловедение и нанотехнологии, электромонтаж и ведение в IT. С 1 сентября в Чебоксарах стартовал муниципальный проект «Школа плюс кванториум». Участниками являются 11 школ города Чебоксары. Другие школы также могут присоединиться к этому проекту. Им необходимо обратиться к руководству детского технопарка и заключить соглашение договора и работать в рамках этого проекта. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика.